Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролеплей, Центральный округ. Муничис Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мне по регистрации. Итак, сегодня у нас новое видео, и оно будет довольно-таки необычное. Сегодня мы поговорим про уникальные машины, которые начали продавать совсем недавно. Они стоят действительно бешеных денег, от 100 миллионов и выше. Поэтому я решил записать по этому поводу видео. С вас обязательно лайки. Ну что ж, погнали. Итак, совсем недавно добавили такую тему, как продажа уникальных машин. Ее добавили на Центральном округе. Не знаю, в других серверах есть такая тема или нету. Если есть, напишите в комментариях, мне будет интересно. Итак, добавили такую тему, будет продажа уникальных машин каждый месяц, точнее, каждую неделю, либо каждый месяц. Машины будут реально продаваться уникальные, потому что этих машин вообще нету в автосалонах, и их нереально купить только таким способом, как аукцион, который проходит сейчас на сайте, точнее, на форуме. Проходит аукцион, и там продаются машины. Сейчас продаются две очень прикольные машины. Одна из них — это гробовозка за 100 миллионов, а другая из них — это воздушная подушка за 120 миллионов, пацаны. 120 миллионов — это реально очень большие деньги. Не знаю, у меня такой суммы никогда не было на родине. Максимальная сумма, которая у меня была на родине, это 64 миллиона, по-моему, если я не ошибаюсь, либо 71 миллион, я точно не помню. Больше у меня денег как бы не было на руках таких. А тут, пацаны, 100 миллионов и 120 миллионов. Гробовозка, повторюсь, стоит 100 миллионов, а воздушная подушка стоит 120 миллионов. Сейчас проходит аукцион. Кто первый скинет деньги Владиславу Соловьеву, тот получит эту машину. Машина выдается сразу после оплаты, так сказать. Кто первый успеет скинуть деньги этому человеку за какую-то машину из этих, тот ее и получит. Так говорится, кто первый, того и машина. По моему мнению, это очень классная тема — продажа уникальных машин, потому что, да, хочется иногда какую-то уникальную машину выделяться среди всех, и тем более эти машины необычные. Вот гробовозка — это такой очень старый грузовик, такой прям очень старый. Он, конечно, не очень крутой, в нем такого ничего нету, но все же это как бы уникальная машина, и в дальнейшем ее можно будет продать, мне кажется, дороже. Не знаю, какая у него оска будет, но мне кажется, ее можно будет продать намного дороже, чем ты ее купишь. Ну, конечно, если найдется покупатель на такой транспорт. А вот воздушная подушка — это уже совсем другое. Вот она реально очень классно из-за того, что на ней можно ездить как и по земле, так и по воде, и даже на ней можно летать вроде бы как. Я этого точно не знаю, но вроде бы как можно. И вот воздушная подушка — это реально уникальный будет транспорт, и мне кажется, его будут хотеть все. Но продаваться будет, я думаю, не только эти машины, но еще какие-то. Понятное дело, что танк там, либо БТР, никто продавать не будет, скорее всего. Ну, хотя все может быть, но там будут продаваться, мне кажется, каждый раз разные машины, транспорт, мотоциклы там, воздушные подушки и так далее. И это довольно-таки круто. Спросите у меня, хотел бы я себе такие машины? Конечно же, хотел, потому что это всегда уникальность, это всегда ее можно будет продать. Мне кажется, этот транспорт будет всегда актуальный, потому что их будет мало. Всего лишь две машины будут продаваться в неделю либо в месяц. Не знаю, на каждом сервере или не на каждом. Я играю лично в Центральном округе, и я говорю сейчас за Центральный округ. Вот, честно говоря, из этих двух машин, гробовозка либо воздушная подушка, я бы хотел больше всего, наверное, воздушную подушку, потому что с ней можно больше пофаниться, как бы, и она более такая, знаете, более такая просто интересная, и на ней больше возможностей, чем на обычном там грузовике. Да, он выглядит очень довольно-таки классно, мне нравится его внешний вид, но воздушная подушка будет попрактичнее и намного интереснее. Ну что ж, пацаны, вот такой был коротенький видосик. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.